Музей АТО у приміщенні діорами, курси англійської для бійців та бібліотеки для молоді. Обласна державна адміністрація продовжує прислуховуватися до дніпропетровців та втілювати ідеї у життя. Про деталі нововведень у житті міста та області буде розповідати людина обізнана і відповідальна, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик. Добрий вечір нашому гостю. Добрий вечір. Только що смотрели з вами вместе матеріал о дорогах, ну і поскольку планировала начать с вами разговор именно, в общем-то, об этом. Утвержден перечень дорог области, которые подлежат капитальному ремонту. Назовите хотя бы основные, что там будут делать и вот какая сумма. Ну, если изобразить схематически, то выглядит это все вот таким образом. Мы этот перечень дорог публиковали на сайте облгосадминистрации с обозначением, где в каком населенном пункте, какая улица будет делаться. И что самое важное, из 300 миллионов гривен, выделенных в областном бюджете на дороги в этом году, 280 миллионов – это капитальный ремонт. Вот тот сюжет, который показывали только что, там речь шла о ямочном ремонте. На ямочный ремонт в областном бюджете предусмотрено всего лишь 20 миллионов. Причем не факт, что эти деньги будут использованы. Это, скорее всего, там, закладка на случай, если они действительно понадобятся. А все прошлые года ситуация была ровно наоборот. Все занимались ямочным ремонтом, но никто не занимался капитальным ремонтом. Кроме того, есть глобальная проблема. Это проблема ответственности подрядчиков, которые эти дороги делают, за то, что через год эти дороги зачастую разрушаются. В прошлом году, когда область возглавил Валентин Резниченко, мы внесли во все договора по капитальному ремонту дорог один простой пункт, что компания, организация, которая эту дорогу капитально ремонтирует, несет персональную ответственность в рамках гарантийного срока от 3 до 5 лет. Угу. Если в рамках этого срока дорога разрушается, она ее будет переделывать за свой счет. Мы создали график проверки всех дорог, сделанных нами в прошлом году. Сейчас туда выезжают комиссии, эти дороги осматривают. Есть уже первые случаи в Павлоградском районе, в частности, где нас качество дороги через полгода после того, как ее капитально отремонтировали, не устраивает. Подрядчик получит официальное извещение от облгосадминистрации. Если нужно, мы пойдем в суд и заставим его эту дорогу переделать. Я думаю, что только таким вот жестким методом можно заставить их нормально начать их дороги строить. Ну вот тот кусочек дороги, который мы показали, насколько я понимаю, это городская, да, или вы тоже? Нет, это городская дорога, отвечаете? Которая находится внутри города Днепропетровска. В области есть два типа дорог. Это дороги государственного значения, за которые отвечает служба автомобильных дорог. И есть дороги коммунальной собственности, за которые может отвечать либо конкретный горсовет конкретного населенного пункта, либо облгосадминистрация может за свои деньги эти дороги приводить в порядок. Ну а вот с ямочным ремонтом, если вот окажется, что это правда, да, и некачественно ремонтируют, вот прям процесс сейчас происходит, что с этим делать, вот как на это повлиять, что ответить людям, которые писать заметили? Обращение на имя мэра населенного пункта, в котором дорога происходит, значит, на имя Бориса Филатова, и заставлять городские власти заниматься качественно своей работой, то, за что их люди, собственно, и избирали. Ради чего. Сейчас же просто можно процесс этот остановить, да? Его нужно останавливать. Пока напишут. Нужно выяснять. Я могу сказать, как бы делали бы мы, если бы, не дай бог, такое случилось у нас. Мы бы выяснили, ну, понятно, что какая-то дорога, какой-то подрядчик. Один звонок подрядчику о том, что он останавливает все работы. Кроме того, на любой дороге, которая делается, обязательно должна быть комиссия из состава активистов и граждан, которые живут в близлежащих домах, чтобы они сами каждый день оценивали качество выполняемых работ. Если этого не будет, то все будет продолжаться как последние 20 лет, когда люди делают натяп-ляп. Хорошо, понятно, посмотрим, в ближайшие дни проследим. Давайте о теме децентрализации, очень много об этом говорили, потом вроде бы немножко забыли, что с этим процессом, как он происходит или как будет происходить. Первые 16 территориальных общин Днепропетровской области были созданы в прошлом году. В этом году мы создадим еще 10. Всего таких территориальных общин должно быть порядка 90. Для сравнения, сельсоветов, это низший уровень там, территории, в области порядка 350. Что это дает? Во-первых, это дает оптимизацию бюрократической структуры, которая в нашей стране очень сильно раздута, и на нее тратятся сумасшедшие деньги. Во-вторых, вместе с деньгами на территории передаются полномочия. Есть так называемая светянская и медычная мережа. Это когда есть какое-то село, в котором находится некая
такая поликлиника. Эта поликлиника финансируется из Киева. Если люди на этой территории понимают, что в поликлинике что-то происходит не так, и они хотели бы что-то изменить, они сейчас могут только писать письма в Киев, и, может быть, у Киева когда-то дойдут руки до этой больницы. А в рамках децентрализации вот все такие больницы, учебные заведения вместе с деньгами на их содержание передаются на баланс и на бюджет вот таких территориальных общин. И сама территориальная община, избирая председателей советов, избирая депутатов советов, они сами определяют, как, в каком объеме финансировать и на что направлять эти деньги. Кроме того, на децентрализацию в государственном бюджете заложены деньги, которые будут выделяться каждой общине, особенно тем первым, которые в стране появляются, и они на эти деньги точно так же смогут решать, куда их направить. Отремонтировать дорогу, построить детский садик, отремонтировать школу, вставить новые окна там, в Доме культуры. Это может быть все, что угодно, но очень важно, чтобы именно люди на территориях сами решали, куда им направлять деньги, которые территория собирает. Ну, кстати, с дорогами вот все, кто объясняли в начале процесса, в начале этого процесса, что такое децентрализация, все приводили пример с дорогами. Вот если, например, там, вам нужно будет чинить дороги, вы будете сами решать, за сколько их чинить, когда. Ну, просто вот интересно, хоть кто-то уже начал их чинить. Нет, их по собственной инициативе не начали. Сейчас весь основной удар на себя взял областной бюджет. Мы собираем проекты со всех территорий. У нас есть информация, которую мы получаем с различных источников, оценивая качество этих дорог. И мы первые начинаем заниматься их капитальным ремонтом. Я думаю, что к середине лета эти новосозданные территориальные общины уже сами придут к этому и там, вторым этапом поддержат наше начинание. Так, идем дальше. Год английского языка. Да. Как по мне, очень громкое такое вот начинание. Для чего и что это значит? Ну, если мы хотим быть частью мировой экономики, то вообще со всем миром нужно разговаривать на понятном им языке. К сожалению, процент людей, живущих на нашей планете, которые знают украинский или русский язык, он не такой большой. Кроме того, для нас основными рынками экспорта сейчас являются уже не Россия, а там Польша, Китай, Франция, Германия. Поэтому нужно уметь разговаривать на том языке, который там общепринят. Да? Есть инициатива президента Украины о том, что год этот признать годом английского языка. Есть те маленькие шаги, которые делаются в Днепропетровской области, Днепропетровской облгосадминистрации. Ну, например, мы нашли способ, как английскому языку обучать демобилизованных атошников. Уже более 120 человек эти курсы закончили. Мы нашли способ, как из Великобритании привести сюда носителей языка из Британского совета в Украине, которые занимаются с нашими преподавателями из нашей области. Дальше преподаватели идут в свои школы и учебные заведения, и там передают свои знания. Кроме того, на одной из наших еженедельных брифингов пресс-конференции с отчетом о сделанном ОГА за прошлую неделю, у нас журналисты в шутку спросили, можно ли нам тоже обучаться английскому языку. Вот 15 марта они обучаться начнут. Чем больше людей будут знать английский язык, чем больше они смогут получать информацию на английском языке из открытых источников, тем быстрее мы как регион будем развиваться. Облгосадминистрация со своей стороны все, что в их силах, для этого сделает. Я все жду, когда вы скажете, что в облгосадминистрации, например, какое-то одно совещание в неделю примут решение проводить на английском языке тоже в качестве примера. Ну, я думаю, это не есть проблема, потому что большинство руководящего состава облгосадминистрации английским владеют. Я думаю, что давайте брифинг какой-нибудь проведем на английском языке. Вопрос, чтобы мы с вами разговаривали на английском, и те журналисты, которые приходят, его понимали, мы говорили на одном языке. Вот я думаю, через пару месяцев это можно делать. Так, размяться для примера. Тема о бойцах АТО. Я вижу, вы принесли карточки. Да, это тоже один из проектов. Что это будет такое для кого, собственно, и почему делается? К сожалению, у нас много семей, которые потеряли членов своей семьи в зоне АТО, да, ребят, которые воевали за то, чтобы здесь был мир, где мы с вами находимся. И нет какой-то государственной программы, которая бы там описывала все их льготы. Ну, например, нет госпрограммы, которая бы давала им возможность льготного проезда в пригородном транспорте. Кроме того, вопрос с льготами, эти два месяца в этом году, он очень долго решался, за счет каких бюджетов он будет финансироваться. Сперва это был областной, потом местный, потом опять забрали на государственный. А в центр помощи при Днепропетровской ОГА демобилизованным членам АТО и членам их семей приходили люди из такой проблемы, да, что проезд в пригородном транспорте стоит достаточно дорого, а можно ли сделать для них какую-то льготу. Мы с перевозчиками находимся в постоянном диалоге, поскольку концепция поменялась, от них никто ничего не требует, чего требовали раньше, там каких-то коррупционных вещей, требуют работать чисто и прозрачно, они нашли возможность, вот мы сделали
такие карточки, они номерные, которые будут выдаваться каждой семье, и при ее предъявлении проезд в пригородном транспорте для таких семей бесплатный. А на обратной стороне есть три телефона, куда можно позвонить в случае возникновения проблем. Всего таких карточек 880 по Днепропетровской области. Мы уже выдали порядка 700. Еще 180 нам осталось выдать. Я думаю, что за эту неделю мы закончим. Если мы будем видеть, что мы в состоянии сделать еще что-то для этих семей, для этих ребят, мы, конечно же, будем делать еще дальше какие-то шаги. Она какого-то короткого срока действия? Она до конца 2016 года, после чего будет перевыпущена новая, потому что мы понимаем, что все равно появятся желающие, которые будут их подделывать. Для того, чтобы с этим там не бороться в долгой перспективе, 1 января они перезапустятся, на 2017 год будет другого дизайна, другого образца, но мы заранее их выдадим. И... Ну да, она же просто через терминалы, там она нигде не проходит, проверяется. Ее некогда, она только вот такая визуальная. Еще один проект такой, на мой взгляд, интересный, реформа по библиотекам. Что у нас появятся новые библиотеки или у нас заработают старые? Но, или что планируете сделать? Их много в области, их более 1500, и там порядка 14 миллионов книг в этих библиотеках находятся. Их нужно либо закрыть, что не есть правильно, либо придать им некое новое ускорение. Да? Мы считаем, что вот у нас есть огромное количество IT-волонтеров в Днепропетровске, есть IT-кластер, с которым мы активно, как облгосадминистрация, сотрудничаем. Они видят, как библиотеки развиваются в других странах, и они понимают, что у нас эта библиотека что-то из прошлого века, а в других странах это место, где люди приходят и действительно получают знания. Есть несколько проектов, которые мы с ними хотим сделать. Во-первых, мы хотим на донорские деньги обеспечить их современной техникой. Во-вторых, мы хотим сделать единый электронный билет, для того, чтобы человек мог по одному читательскому билету ходить во все библиотеки. Мы обновим книжный фонд, и на базе этих библиотек мы начнем запускать курсы по тому же английскому языку и курсы по программированию. Поскольку достаточно мощный IT-кластер в Днепропетровской области, он всегда требует притока новых квалифицированных свежих кадров. И курсы программирования, наверное, скоро уже будут обязательной программой даже в школе. Вот мы начнем это делать с библиотек. Таким образом, мы хотим, чтобы библиотеки зазвучали по-новому, и чтобы люди в них действительно начали собираться, а не просто приходить за книгами, а действительно там чему-то обучаться. Ну, тут еще, наверное, нужен какой-то социальный какой-то проект вот, по возрождению интереса к чтению, к самому. Если не нужен этот процесс, никто не пойдет в библиотеку, даже если там будут новые компьютеры. Совершенно верно. Ну, для этого же нужно его создать и показать людям, что там можно делать, и что библиотека — это действительно престижно, круто, и там можно проводить время. Ну, это опять вопрос к вам. Вот когда на английском будете, да, проводить совещание, что-то с библиотеками, может быть, выездные, наверное. Ну и еще совещание один... на английском в библиотеке. Библиотеке, да, да. И еще у нас очень мало времени остается. Вот медицина, что за проект с Мировым банком? Выделяется порядка 140 миллионов гривен Мировым банком. 10% еще от этой суммы выделяет областной бюджет. И порядка 46 амбулаторий по всей области в тех помещениях, которые не используются коммунальной собственностью, они переоборудоваются под амбулатории, закупается оборудование, и там будут современные амбулатории. Это хороший проект, потому что мы получаем деньги от Мирового банка, мы не только свои тратим. Кроме того, весь процесс проходит под надзором специалистов Мирового банка. В этом году будет запущено 14 таких амбулаторий, 10 в Днепропетровске, 4 в Кривом Роге. И в следующем году уже все остальные. Ну что, спасибо, оптимистично такой вот прям отчет получился. Вы очень хорошо отчитываетесь. Спасибо. Будем вас приглашать еще. Спасибо за участие в нашей программе. Еще раз подякую нашему гостю. Юрий Голик, радник голови Днепропетровської облдержадміністрації.